нее опять. Сука, опять она. Канал слухає вас. Я говорю, доброго дня. Режу по кругу, поняли? Режу. Блять, она не заканчивается. Как я поднимаю, а она как серпантин. А ёб твою мать. Короче, оставила я ее нахер. Приветики, пока к вам пришла, 4 раза переоделась. Только мастерок. Он там и занимается до сегодняшнего дня. И купила Юля гофру. Гофрочку взяла. То сережки одела. Но для видео, я же говорила уже, по пояс, все, что ниже, тоже история умалчивает. Вы чаще появляться, а так как рассказывать мне есть что много, но нельзя все на свете рассказывать, потому что некоторые люди могут обидеться. Но на старости лет я напишу мемуары а-ля «Секс в большом городе», знаете, и расскажу все про всех. Как интересно все происходит. Ну и себя, конечно, напишу там. Я тоже должна в сериале участвовать, но это так на будущее. Пока начала только тить ту или иную страницу, и у меня есть только первая глава, называется «Знакомство». Все. А еще страниц 400 надо посмотреть, как будут развиваться события, потому что наша судьба, наша жизнь придумывает самые лучшие сценарии. Купила Юля гофру, потому что у меня есть вытяжка. Она даже работает. Я ж как умная баба померила диаметр самой трубы. Вот, купила себе 12. Тяжечки взяла, все как положено. А вот засовывать ее туда. А у меня в мебели, в самой мебели, поняли, в тумбочке внутри и самой верхней, получается, на крышке, вот такой квадратик. То есть, ну, вот так вот. Квадратик. Она вообще априори туда не пролазит. Ну, типа, я думала, если я ей такой, типа, сожму, то как-то я ее просуну. Как я висела тут, как та макака, вы бы видели. А у меня эта тумбочка без держателя. Единственная тумбочка. Все остальное, типа, ну, типа, вакуумно держится, а это не держится. Я ее подперла головой. Поставила себе стула, раком стала и суну. Я ее туда суну, а сунуться не получается. Это вот начала потеть, понимаете? Под сиськами мокро, под мышками мокро, короче. На спине такое великое пятно, как будто я Конан, знаете, Конан варвар. Не женщина тендитно хрупкая и нежная. И мужик с запахом козла. Психанула, блядь, кинула тут трубу. Потом я решила, что я ее разрежу и кусками буду склеивать. Начала я ее резать. Режу по кругу, поняли? Режу. Блядь, она не заканчивается. Как я поднимаю, а она как серпантин. То есть она типа, ну, раскручивается. А ёб твою мать. Короче, оставила я ее нахер. Да что-то не получается, вот я уже себе уже задумала. Олегом типа собираемся сделать, там Олега не получается, я не хочу лишний раз ему мешать. Ну и конечно же хочу лишний раз сама попробовать, понимаете, как это все должно происходить. В эпицентр и спрашивать, что такое, что было, как клизма, знаете, такой типа, чтобы как-то так его цеплять, типа прям по... Или вырезать больше дырку, я не знаю, типа в самой мебели, но это уже я, конечно, смогу, но мне надо купить... пилку, блядь. Так что если там Олег приедет, мы с ним переговорим. Если я на эпицентре не найду ничего, то придется пилочку взять, и я там подрежу. За нехер. Взяла одну. Но я всегда так говорю. Дайте мне одну на пробу, говорю, если у меня все получится. По электрике я уже шарю, капец, вы знаете. Я сама цепляла точечные светильники. Я даже в туалете прикрутила лофтовскую. Там пошел, такой в разные стороны смотрит. Короче, то я в туалете прицепила сама. Ну, я знаю, где плюс, где минус. Мне даже, когда я покупала лампу, то скидку сделали в магазине света. Дали по себестоимости. Еще и в подарок мне каких-то переключателей накидал.
Говорит, это за то, что вы сама делаете. Я говорю, а что ж там делать? Я говорю, 100 рублей точка. Ну, 100 гривен одна точка, это один точечный светильник. У меня, например, в зале их 10. Я их сделала за полтора часа сама. То есть я сэкономила 1000 гривен на секундочку. Я знаю, что треба включать фазы и все остальное. И изоленту. У меня, кстати, даже была такая технология, я себе изоленту на руки понаклеивала, поняли? Вот так. Так себе чик. Так что в голодный век я голодная не останусь. Буду точечные светильники вешать по 50 рублей, чтобы конкуренткой быть. 50 рублей. Начинает Юля цего заземления искать. 24 стула наставила, вылезла наверх. И буду, ну, типа, плюс на минус. Мне ж надо, чтобы вентилятор крутился. Очищала, блядь, на том шнуре висела, как мавпа на заборе, честное слово. То туда, то. А у меня еще такая штука, короче, я себе сделала такую повязку. В повязку засовываю телефон, включаю фонарик. И работаем, короче. Прикрутила. А во, блядь, тоже придурок. Ты ж посмотри, а у меня, поняли, вытяжка, дырка круглая, а плитка пополовину обрезана круглая. То есть, типа, сам этот блок, блин, в дырку не влазит. А ядрить его за ногу. Думаю, ну ёб твою мать, ну да, та справедливость, понимаете? Такая женщина. Короче, отцепила, запаковала, завтра занесу. Гофру я уже не сдам, а с гофры я, короче, даже не знаю, но я что-то придумаю. Может, я себе сделаю какую-то, типа, вазу. Хотите посмотреть, что я из нее придумаю? Я сегодня сначала посмотрю, типа, напоминалки, что с ней можно сделать, а потом что придумаю, короче, следите за мной, подписывайтесь на меня в Инстаграм, если вы этого еще не сделали. Вот, мы с вами там можем вести живое общение. День плохой, потому что из двух начинаний, которые я решила сделать, у меня удалась только гречка и котлеты. Решала я шаблоны, понаделывала в Приват24, поняли, типа, платить за коммунальные услуги. Вводила туда все реквизиты, оно, типа, все поподтягивало и решила заплатить за воду. Ну, мой любимый Горводоканал. Если вы не видели ролик с Горводоканала, то ссылочку я оставлю под этим видео в описании. Посмотрите, это так, как мы ходили с счетчиком, там разбирались. Вроде газ, свет, проблем у нас с этим нету, а вот с водоканалом постоянно какие-то проблемы. Заплатила через Приват24, прошла неделя, деньги списались, соответственно, со счета. По задолженности, ну, как бы, типа, что там должна, то все как было, как и есть. Думаю, блин, ну, типа, жалко, знаете, что если заплатила, а они, типа, туда не зашли. Думаю, может, я на какой-то другой счет киданула, ну, кто его знает. А я еще раз повторюсь, я люблю все делать сама. То есть я в каких-то таких нюансах с Олегом, ну, как, типа, советуюсь, ну, чтобы не засрать ему голову, поняли, то я, короче, все, что могу делать сама, пытаюсь делать сама. Звоню раз туда. Позвоните на горячую линию, продиктовала мне номер. Но там, кстати, хотя бы любезные были операторы. Дозваниваюсь я уже до нас сюда, на линию уже нашу, знаете. Сразу вот попадаю в садик, в какой-то злой нянечке, которая меня ненавидит. Типа чувствую себя каким-то ребенком, знаете, который насрал в штаны и размазал это все по чужому дому и теперь получает пиздюлей за это все. Вот правда. Аля! Я такая, добрый день! Горводоканал, слухаю вас! И уже, сука, такая недовольная, что не встала. Я же не успела даже спросить что-то, а уже чую, что я уже недовольство, уже, понимаете. Я говорю, я тут через Приват24 заплатила гроші тиждень назад і бачу, що вони, типу, списалися, а показники не списалися, хотіла уточнити. Наша база не обновилася, треба дзвонити після 11 числа. Я кажу, то вже 13. А вона, то що я зроблю? Я кажу, то як знати? В нас система обновляється тиждень, короче, типу, система обновляється неділю. Я думаю, а кажу, ну вибачте, добре. Думаю, подожду ще неділю. Короче, подождала неділю, дзвоню знову туди. Ну, бо ж опять, типу, інтересно, думаю, так і бить же, доб'ють того цвяха. Дзвоню опять. Сука, опять вона. Я її тембр запомнила просто.
это канал, слухаю вас. Я говорю, доброго дня. Тут, короче, я заплатила. Ще не обновилась база. Я кажу, то вже 2 тижні пройшло. То що я зроблю? Я говорю, то як знати, пошли деньги или не пошли деньги? Кажіть ваш номер рахунку. Я така, типу, їй продиктувала. Списалося, все є. Я кажу, а в Приват 24 не буде показувати? А я там знаю, що там показує. Я кажу, боже, дякую вам, вибачте за... за то, що вас потревожило. Ой, блядь, эту пенсію надо реально, короче, выгонять уже к кібені матері, пусть сидят уже на государственных каких-то пайках, потому что они не умеют с людьми общаться абсолютно. Хотя, с другой стороны, есть такие люди, что для них именно таких и надо, потому что ну, с ними никто другой какого-то диалога не построит. Как та бабушка, например, которая за 2 гривны там кипиша навела непонятно что. Ну что, я вам желаю хорошего дня, хорошего вечера, чтобы вам всегда попадались приятные операторы. Если хотите поддержать мой канал, закажите, пожалуйста, по духам Пиде Париж, ссылочки Украина, Россия. Оставляю вам в закрепленных комментариях и переходите на видео с горводоканала первой части. Пока!